Спыніць незаконнае абарачэнне зброі. Такую мэту носіць чарговая аперацыя «Арсенал», якую праводзяць супрацоўнікі ўправлення ўнутраных справ Брэсцкага аблвыканкама. Чаго толькі не ўбачыш у спецыяльным сховішчы раённага аддзела ўнутраных справ, дзе часова захоўваецца добраахвотна здадзеная ці канфіскаваная зброя. Перыяд правядзення тых мерапрыяцій з года ў год оружия меньше и боеприпасов, сдаваемого в органы внутренних дел, не становится. Вот. Как показывает практика, в прошлом году в органы внутренних дел было выведено из оборота около 60 единиц неучтенного в установленном порядке оружия и порядка 7000 единиц боеприпасов к данному оружию. Незаконнае захоўванне ці абарачэнне зброі і боепрыпасаў прадугледжвае крымінальную адказнасць. Добраахвотная здача баявога арсеналу пазбаўляе ад яе. Часцей за ўсё трапляецца зброя часоў Другой сусветнай і паляўнічая. Асноўным прадметам здачы органам унутраных неўчыннага оружия является это 50% это времён Великой Отечественной войны, то есть которые фактически непригодно для использования, но тем не менее оно может как-то вызвать неосторожное обращение с этим оружием и привести к увечьям. Вот. А остальная часть сдаваемого оружия это составляет неучтенное охотничье длинноствольное оружие. Крадзеж 13 акумуляторных батарей раскрыли правоохоўнікі Брэшчыны. Днями супрацоўнікі ДАІ Кобрынска РАУС при проведении мероприемства по контролю за безопасностью дорожного руху на уезде в город спынили автомобиль марки Volkswagen. При огляде нашли акумуляторные батареи. Правоохранителям они пояснили, что купили у знакомого бэушные аккумуляторы и везут для продажи их в центр приема, специализированный центр приема аккумуляторных батарей. Это вызвало подозрение. Сотрудники милиции доставили автомобиль с грузом в Кобринское РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кобринского РОВД и Каменецкого РОВД было установлено, что задержанные граждане имеют причастность к совершению кражи 13 аккумуляторных батарей с территории Каменецкого района одного из сельхозпредприятий. Задержанные пояснили, что в ночь с 11 на 12 они проникли на территорию, похитили 13 аккумуляторных батарей и везли с целью продажи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205. Данные граждане задержаны. По факте узбуджена криминальная справа. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».